Дорогие друзья, я написала это стихотворение и посвятила его всем тем, кто борется с коронавирусом. Планету враг атаковал, никто нигде его не ждал, но вторгся он, когда мир спал и сам себя короновал. Он в жилах кровь заставил стыть, границы вынудил закрыть, врачей отправил воевать, из лап его жертв вырывать. Бой этот — часть истории. Он не за территорию, за право жить, что заслужил и тот, кто до седин дожил. Узнать ли улицы столиц, за масками не видно лиц, толпы беспечный гул смолк вдруг и сузился контактов круг. Да, изоляция и режим для нас сейчас необходим. Другим поможем и себе в столь непростой для всех борьбе. Друзей не можем мы обнять, но важно их не растерять. Сквозь перегруженную сеть скажите, что у них вы есть. А если паникует друг, скажите вместе: «Эй, недуг, не доберешься ты до нас! Тебя сильнее мы в 100 раз!» Молю, чтоб Бог больным дал сил, врачей героев защитил. Пусть вирус знает, что в наш век король не он, а человек. Сейчас, в это трудное время, многим нужна поддержка. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. Берегите друг друга и будьте здоровы!